На моих часах без пяти час, здесь без пяти четыре. Где такое видано только в Астане? Астана, ассалам алейкум всем. Слов, ну, в целом, в общих чертах. Город красивый, мне нравится, я еще приеду сюда и не раз. Вчера в Астане чуть-чуть выпал снег. Ну че, ну в общем. В общем, я четвертый раз снег за год вижу. Во-во, пошел. Я думал, я знаю. Ты бы остался бы жить в Астане? С удовольствием. Вот если поступит какое-нибудь конкретное предложение. Я такой готов, готов. Сейчас можешь обратиться. Вот. Я обращаюсь к вам, жители города Астаны. Приглашайте, мы всегда рады будем прилететь и поселиться у вас в вашем прекрасном городе. В общих чертах, в общих. А мы приехали в Астану. Бывал ли ты раньше? Куда бы, нет, конечно, не бывал. Какие у тебя ассоциации были? Какие у меня ассоциации были? Я вообще не знал, где это находится. Я знал, что в Казахстане, да, там. Песенку про Астану сходу. Астана, самый бомбовый город в Казахстане, мы вас любим от души, Лилия красивая, как сама и ты. Я хочу, да, вас, ребята, поздравить, да, молодцы. Вы очень хорошо выступаете. Вам творческих успехов, чтобы у вас было, вы дальше, чтобы росли, чтобы вас знали и за рубежом. Да, спасибо, что вы приехали, да. Спасибо за ваш вот такой откровенный танец, да, молодцы. Зажигательный такой танец, да. Спасибо большое вам, ребята. Вам спасибо. Рахмет. И вот на такой лирической ноте. Ого! Пацаны сидят за столом, за шикарным столом. Это баранина, говядина, курятина, конина. Салам алейкум, пацаны, чё, как вам? Все бомба, все огонь. Все бомба, все огонь.
Как ансамбль называется? Ялла. Ялла, он запомнил. Пару слов скажи, какие ты песни знаешь? Только «Три колодца», «Учкуду». «Учкуду», «Три колодца». Вообще... Нет, честно сказать, по детству постоянно крутили же по телеку. Еще в 90-х, дети 90-х их помнят хорошо. Ну, честно говоря, уже давно не слышал их. Дети 90-х уже не дети, я тебе скажу. Когда-то были детьми. Дальше мы полетели в Алмату. Зачем? Это же далеко, Астана ближе. Но все равно мы полетели в Алмату. После Алматы мы переместились в Астану, и вот мы здесь. Кстати, там была надпись «Аэропорт», «Алматы аэропорт», это на русском, и было «Алматы и уезжай». Астана огонь просто, короче. Похож на магаз. Не, он похож, это как будто Нью-Йорк и магаз взяли, смешали вот так и получилось. Астана, короче. Нью-Йорк причем? Ну там как элементы вот эти. Стой, у нас здесь еще один ведущий, эксперт. Астана очень мощный город. Что тебе, какое здание понравилось? Мне понравилось здание это, как он назывался? Когда мы вот проезжали. Там много зданий, Москва называется, Санкт-Петербург здание называется. Бизнес-центр, короче. Да. А мне знаешь, что понравилось? Мне этот театр их не понравился. Как большой театр, да. Короче, с колоннами. Институт искусств было. Тоже четкий. Да, институт искусств. Круглый. Я свой институт искусств вспоминаю. Я, честно говоря, Станиский, ну, пободрее. Не, мой институт, конечно, ни с чем не сравнится. Пишет Сулейман Саидов. Марат, ты красавчик. От души, Сулейман. Марина К. пишет. Марат, мастер пируэтов, красавчик. От души, спасибо. Марат Хурумов пишет. Иран Размаев. О, конечно, брат. Айда Царан Бонбирова. Ариза Рубаева. Эх! Дай Шайрен Борон Бирайва. Да Царан Бонбирова. Навьяд будет тоже так будет танцевать. Ах, Царан. Он балкарец, и он из Кабардино-Балкарии, а не Северной Осетии, пишет Ренат Макшаев. Ренат, я из Северной Осетии, дегорец.